В зоне АТО школьное перемирие закончилось. Со вчерашнего вечера боевики совершили более 30 обстрелов. Ранены 5 украинских бойцов. Огонь открывают по всей линии фронта. Особо напряженная ситуация в Донецкой области. Геннадий Вивденко продолжит. Были перестрелки позавчера. Работали АГС, работал СПГ, РПГ. То есть крупное коллективное оружие тоже применялось, поэтому... Ночь полностью вся была, ну, как говорят, в бухах. На приморском направлении под Маринкой били из 82-миллиметровых минометов. Также обстреливали всю линию фронта южнее до Мариуполя. Сейчас они поменяли просто места, ну, с каких мест работают. Вот. Выходили с Териконов сначала, Сфинкс, Сиськи, ну, там их выбили, тут выбили. И теперь уже работают с других районов. Всю территорию нашей ответственности они, видать, не могут охватить. Вот. Бьют точечно. Бойцы 92-й механизированной бригады ожидали, что очередное перемирие позволит врагу укрепиться и уточнить секторы обстрела украинских защитников под Маринкой и Красногоровкой. Перемирие окончится, они пристреляются и с новой силой начнут работать тогда по нам. За сутки штаб АТО насчитал более 30 обстрелов. Все обстрелы, все это через меня проходит и так далее. Вот. Поэтому получается, что поспать вообще не успех. Ну, то есть, ты только, у тебя время, ну, типа, положенное там поспать там 4 часа. Ты думаешь, о, сейчас, короче, пойду лягу поспать. Только лег такой, звонок, выбегаешь, что такое, там обстрел. 2 часа обстреливали украинских бойцов в районе поселка Пески. Применяли минометы разных калибров и стрелковое вооружение. Починають, буває, зі стрілецької, буває одразу з крупних калібрів, з 12,7-мм кулеметів, 14,5-мм кулемети. Ну, кожен раз по-різному. Так же само питається пройти вперед, закопатися. Ну, а що ми можемо зробити? Вогонь не можемо відкрити, вкапується перед нами. Ну, так все і залишається. Наша задача тільки спостерігати. Спостерігаємо, вже будемо чекати наказу. Бойцы 92-й бригады под Маринкой гордятся. Еще до школьного перемирия вражеский БМП огнем из орудия срезал половину яблони над их позицией. Однако и после вражеского огня она дала обильный урожай. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности. Телеканал «Интер» из Донецкой области.